как добраться до Аратеса из Еревана? Хорошо развитые дорожно-транспортные условия позволяют добраться до Аратеса на собственном автомобиле или воспользовавшись услугами разных туристических компаний, которые предлагают регулярные туры до разных достопримечательностей Армении. Благодаря географическому положению Аратеса дорога не покажется долгой. Погода в Аратесе. Благодаря приятным климатическим условиям, пик туристического сезона в Армении длится довольно долго. С марта до глубокой осени дни теплее. Зима обычно не длится долго. Выраженный сезон осадков переменчив. Сезонность тура в Аратес связана с погодными условиями. Возведенный монастырь Аратес имеет интересное название, которое означает «приди и посмотри». Монастырский комплекс, возведенный в разные времена, имеет три церкви и часовню. Монастырь в Аратес имеет сложную особую архитектуру. Купол главной церкви сохранился, а стены находятся в полуразрушенном виде. Монастырь Аратес – известный комплекс, где осуществили копирование рукописи. Несмотря на то, что монастырь находится в полуразрушенном виде, но является древним архитектурным памятником, тем не менее не потерял свой величественный вид, но мы должны сами увидеть его.